Более 20 лет назад эту книгу Аксель Гейкеля «Одежды и орнамент мордвы» привез из Финляндии сотрудник Пушкинки. Он был там на стажировке и во время экскурсии в Хельсинках увидел монографию, изданную на финском и немецком языках. В ней не просто знакомая каждому мордовская розетка, а наиболее популярные в 19 веке элементы национальной вышивки. Нету ему аналогов ни в дореволюционной, ни в современной исследовательской литературе, потому что здесь автор собрал такой большой материал, который так широко, так глубоко, широко рассказывает об орнаменте мордовской одежды, одежды эрзян и макшан. В книге более 312 страниц, более 250 иллюстраций, технических рисунков, более 2000 орнаментов мордовской вышивки. Гейкель приводит народные названия орнаментов, как называли их мордовские мастерицы. Некоторые сохранились до наших дней. Уникальна монография еще и потому, что над ней трудилось несколько ученых, в том числе и наш Макар Евсеев. Мордовский просветитель написал в своем дневнике, что познакомился с Акселем Гейкелем в одном из этнографических музеев Казани. Позже исследователи еще несколько раз встречались в регионах Поволжья. Макар Евсеевич был личным гидом и переводчиком для финского коллеги. Давал подробные разъяснения по орнаменту и терминологии, а еще заказывал для него образцы вышивки. Финские библиотекари, услышав, что гость прибыл из Мордовии, где живут близкие по крови народа, решили эту книгу подарить. Даже сопроводительное письмо для таможни написали. С тех пор монография Гейкеля хранится в отделе редких книг мордовской Пушкинки. Она находится в специальном контейнере. Он сделан из бескислотного картона. И с книгой обращаются с помощью специализированных средств. Это и перчатки, маски. То есть книга соблюдается все те правила при обращении с редкими изданиями в нашей библиотеке. Алена Москалева, Андрей Просвиркин. Наши новости.